О, счетчик пришел. Свет и газ. Сколько? Косарь? Так у меня даже света нет. Офигеть. Что мне делать? Откуда мне такие бабки? Что такое? Почему счетчик? Кто там? Кто? Ты кто такой? Ой. Идем. Выходи. Идем, выходи, я знаю, что ты что. Веда, тебе будет хуже. Видимо, показалось. Нет, вот уж нет. Так, чашки все на месте. Кто что-то устукал меня? Нет, я вот. Уходи из дома моего. А вот он где. Уходи. Где? Выходи! Уходи! А вот там клался! Уходи от меня! Уйди с родом там! Что тебе надо? Почему же ты стоишь? Что тебе надо? Это домовой! Я сюда! Сходи! Стой! Давай лучше с тобой подкаст сниму! Ты не давай, против? Давай, прыгай! Вниз! Быстро! Стой! Стой! Что надо? Давай, взятки! Какой взят? Давай лучше подкаст снимем с тобой! Ладно, давай, пока! Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Лавелис. Вы на канале Cool Fruit. И это у нас по счету какой-то подкаст, я уже не помню. Это вторая часть с нами, ваш любимый персонаж на этом канале. Ну, после Кирилла идет, конечно. Рамиль. Всем привет, как дела у вас все? На вас уже нормально набрал подписчиков, уже где-то там почти 1000, молодцы. За 5 лет. Это хорошо. Так держать. Как вы говорили, что у нас скоро будет 1000 подписчиков на канале, да? Вы собираетесь дарить на 1000 подписчиков какой-то подарок или видео, или, может быть, песню? Ну, что, на 1000 подарок? Вот можно сделать какой-нибудь. Давайте где-нибудь спрячем, где-нибудь, может быть, в Ишимбае. Ты хочешь, чтобы, типа, подарок ты какой-нибудь купишь и спрячешь где-нибудь, чтобы подписчики нашли, да? Да. Например, 1000 рублей, да? Чуфьё? Типа ты хочешь спрятать, допустим, что это? Игрушечную машинку, да? Да, можно, а что там? Не, давай лучше деньги, чтобы подписчики. Давай тогда все соберёмся по... Ну, мы все скинемся. Кирилл, ты, я, Арсений. Угу. И что-то там... Ну вот, давайте мы спрячем где-то у вас там. И чтобы, кто найдет, получит этот приз. Не, смотри. Первая локация будет найдена, допустим, там небольшая сумма. Потом на аптеку небольшая сумма. Потом аптека средняя сумма и ешевая большая сумма. Я на Сигнамаке вообще не буду? Не, можно? Не, ну в аптеке зачем прятать? Можно это спрятать. Как вам сказать? В Ишимбае сразу? Напишите в комментариях, кто в Ишимбае живет. Много, да? Ну вот, им какой-нибудь подарок единственный будет какой-то. И вот найдут. Кирилл готовит какой-то тоже подарок большой. Он говорит, что-то там начинает. Гусь? Ну да. Ну все. Давайте колючка. Давайте начнем с вопросов. Вот смотрите, уже прошло сколько месяцев? С нашего первого подкаста. Месяц, да, прошел где-то? Да, месяц прошел, небольшой. За этот месяц много поменялось. Ты уже устроился на работу, да, Рамиль? Да. Я работаю, да, деньги зарабатываю свои.
И сколько вы зарабатываете? 20-25 тысяч в месяц. Офигеть. У вас есть цель на эти деньги, что вы, может, копите? Или что-то хотите купить? Да, куплю. Хочу себе этот, купить этот компьютер какой-нибудь хороший. И еще что-нибудь куплю. Потом посмотрю. И родителям немножко дам. А компьютер вам нужен для игр или что-то вы хотите снимать там? 50-50. Может, вы хотите свой канал завести на Ютубе? Ну, может, вот недавно. Потом. Ну, все. Угу. Ну, смотрите. Вам уже сколько? 16 лет, да? Да, 16. Это когда, в апреле? Да. Так. Вот смотрите. Вы еле как получали аттестат, да? А вот если бы вы были бы чуть-чуть умнее, вы бы пошли в 10 класс? Нет, не пошел бы. Не хочу. А почему? Вы там один раз будете бежать? Нет, просто неохота. Вот смотрите, есть у нас на планете Земля, так сказать, знаменитые люди. Вот из каких, ну, типа знаменитых людей вы бы хотели встретиться в жизни? Даже не знаю. Это трудный вопрос для меня. Ну, много сказал с кеми. Ну, без разницы. Ни с кем не хотите. Ну, 50 на 50 с некоторыми. А вот смотрите, как вы познакомились с каналом Cool Fruit? И как вы познакомились с Ленаром и Ильясом и Кириллом? Ну, с каналом познакомился. Ленар первый начал видео снимать про меня. И так создался канал наш первый. Когда у нас. Общий. Да, общий наш канал. Сначала у нас был один человек, потом стало все больше и больше у вас подписчиков. И это очень хорошо. Мы очень рады. Чем больше лайков и подписчиков, тем мы больше будем снимать видео для вас, если хотите. Я могу раз в неделю приезжать к вам, если хотите. К подписчикам? Прям домой? Ну нет, просто буду в городе. Но если хотите, напишите в Шимбай, кто на какой улице живет, или я могу это. Посмотрите, у вас же есть телеграм, да? Ну да. Может, вы там канал создадите, чтобы записывать там или писать, что вы приехали в Шимбай, чтобы подписчики видели? Не знаю. Ну, подумайте. Ну, можно какой-нибудь этот взять, как он, группу, чтобы нас только, где сидит этот наш, ну, где мы сидим. Личный наш кабинетик бы такой. Угу. Вы на вопрос не ответили, как вы познакомились с Ленаром, с Кириллом и с Ильясом? А, ну с Ленаром мы просто давно уже дружили. А с Ильясом, ну так, мы начали снимать видео с Ленаром. И потом Кириллу интересно стало, и мы начали видео снимать. Потом Ильяс увидел канал, и всем начал нравиться наш канал. И стали, все ставили, начали лайки, там все, подписки. Все понятно. Вот смотрите. И все. Смотрите. Вот вам нравится на вашей работе? Вас там уважают? Уважают, но неохота там работать. А почему? Но надо деньги зарабатывать. Там сложно. Сложно? Да. Ну конкретно вы там что делаете примерно? С одного места в другое таскаю. Ну, как работа называется разнорабочий. Типа цемент туда таскаешь? Да, цемент делать надо. Еще цемент делать? Нет, просто это надо, ну, забетонировать надо, что-нибудь такое. Ну как родителям помочь, но это немножко сложнее. И там деньги плачут. А вот у вас есть мечта, какую машину хотите? Марку машины? Да, хочу. Ладу Приору. Приору? Да. А почему? Ну, почему-то охота, я не знаю. Вы любите касанец? Или четырку. Угу. А вот Кирилл говорил, что любит танк. Ну, Кирилл, конечно, любит танк. Ну, смотрите, вот вы верите в призраков? Да? Такой вопрос. Смотрите, если меня сильно пугать заранее, то буду верить. А если нет, ну, то нет, не буду верить. А если я вам скажу, что мы вчера видели призраков? Ну, так, немножко как будто скажу им правду. Ну, ладно, можно офигеть. А так буду верить. А если я скажу, что он рядом с тобой живет? Я не знаю, вот это немножко вот, ну как, запрещено. Кем вы видите себя в будущем? Чё? В будущем, кем вы себя видите? Не знаю, хорошо буду зарабатывать и буду куда-нибудь по ресторанам ходить. Угу. Вы будете заниматься блогерством? Да нет, наверное, может как-нибудь попозже.
Что, лес? Вы верите в призраков? Да, не, а я не верю в призраков. Я их даже не существует. А вот мы просто вчера призраков увидели. Да нет, нет призраков, вы чё хотите? Рамиль. Угу. Тебе тоже кажется, что там кто-то есть? Конечно, давай иди! Куда ты на меня лезешь? Нет! Я хочу, иди нахуй! Куда ты лезешь? Да погоди, да! Погоди! Не Илья съешь! Слышал? Да! Иди проверь! Не, иди сам! Я боюсь! Иди ты! Я боюсь! Ну, когда светится, боюсь! Вместе.